Всем привет. Ну что, у нас будет видосик про Колизей. Сейчас я немножко позабираю эти все ништяки. И идем. Попробуем собрать что-то интересное для бездоната. Так, Колизей. Редактировать, что там у нас сегодня есть. Ну, с донатных, как видите, Вольт Анубис. Сейчас мы на такого по-любому нарвемся. Так, ну что у нас есть? Тесса однозначно берем. Ару берем. Ну кто? Малышник. Ну и Купа, наверное. Так, что тут у нас получается? Там утекание. Так, смотрим. Тесса, ожива платная, разброс платный, каменка, ну, в принципе, так, если поставим рунами, а тут поставим ожог, так, малышник, хотя на Тессу, в принципе, неплохо было бы даже не ожог, поставить ярость небес, на малыша Ника тоже поставить ярость небес. Попробуем так. На Купидона поставим. Так, оживу. На Ару, конечно, оживу тоже нужно поставить. Ну, давайте попробуем так пока. Вот так. Так, ради интереса собрать. Так, не знаю, что, ребята, получится. Так, и сюда тоже перс. Ну, поехали. Поехали бороться на Вольта. Или прочую хрень. Желательно было бы, конечно, попасть на живого игрока, потому что тут боты будут. Если сейчас 21 секунда. Ну, смотрим. Может, что-то придумаем интересное. Как обещал. Так, против нас Ара. Первой линии. Так, наш малышник ударил первым. Вот, смотрите, видите, стан сработал. Вот в этом и плюс. Так, нас заблочили, ребята. Это очень печально. Сейчас нас поимеют. Нас поимел бот. Вот так вот. Давайте тогда сделаем по-другому немножко. Вот так. Вот так. Ну, тут ничего не поделаешь. Мы первые зарядили ару вражеского. Все-таки ару лучше ставить в первую линию, чтобы его заряжали. Точно так же попробовать с Купидоном. Хотя у нас отражение стоит, но отражение не срабатывает по Тересам. Против Вольта, ну ладно, поехали. Еще и с бегом каким-то, что ли. А вот против Вольта, как канает, очень даже хорошо, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, в принципе, должны. Мы должны затащить, она должна станется. Вот она станется у нас очень-очень хорошо. Так, малышник. Ну, затащили. Пробуем дальше. Интересно, интересно. Против Вольта сработала огненная защита. А там, как видите, из-за того, что мы ару поставили, лучше его ставить в первую линию, чтобы его заряжали. И, конечно, лучше всего малышник получается, как автопрокер. Он подзаряжает быстрее. Так, еще одна пачка с драконами. Тоже интересно будет, думаю. Ары вражеского нету. Так, давай. Просто жесть. Сволочи. Но смотрите, как видите... Очень-очень неплохо. Правда, я не знаю, вражеская Тесса, наверное, нас с драконом снесут. Да, но у нас есть ожива, но она нас не особо спасет. Но вот ярость... Точнее, не ярость, а этот... Где там... Да, ярость небес. Неплохо смотрится. Все-таки есть смысл его ставить... Огненка тоже неплохо заходит против вольтовых пачек. Но опять же,
Все зависит от того, кто первым у вас автопрокеров ударит и насколько быстро Арес против Вольта, как видите. Один раз нормально сыграли, второй раз подслились, и тут вы ничего не сделаете. Ну, делайте. Возможно, буду делать еще на твинках пачки, чтобы несколько разных тактик тестировать. Пишите в комменты, делать ли это, чтобы мы заводили другие пачки. И там даже пробовали на обычных аккаунтах это делать. Это, в принципе, не проблема. И тестировать это все. Ну, как-то так, ребят. Не знаю. Сложно без донату, ребят. Ну, задонить 100 стамов, слить на таланты, думаю, это не проблема за неделю. Вы все равно набьете больше. У вас там за день капает намного больше. Раз на неделю задонить, говорю, задонить, слить 100 самов, там 100 самов на то, 100 самов на то и 100 самов на то, в принципе, это не есть проблема. Потому что плюшки здесь неплохие. Все. Пишите комменты, что будем делать дальше. Подписывайтесь, лайкайте. Ждите китайку. Всем пока. А хотя, в принципе, что пока, побежали на китайке. Забежим. Так, вот наша китайка. Вот у нас есть еще один. Но тут другая совсем арена. Но будем и там смотреть разные пачки. Точнее, Колизей. Тут он тоже. А, тут зеленые сегодня у нас. Сегодня у нас, как обычно, развлекаловка будет. Вообще не люблю зеленые пачки. Так, что по талантикам? Так делаем. Хотя можно поставить и вот так вот. Что у нас здесь? Отражалка. А ну-ка, давайте попробуем вот так. Максимум соберем по максимуму стана. Так, сюда мы поставим оживу. Отражение. Давайте что-то такое сварганим. Поехали, посмотрим. Против какого-то китайоза. По идее, ярость должна офигенно срабатывать. Вот она сработала раз. Вот тяжелый удар сработал. Что это было? Что-то я ни хрена не понял. Каким это боком? Ладно, окей, не вопрос. Делаем оживу тут. Делаем смертельный. Смертельный. Пробуем так вот. Со смертельным ударом. Можно, конечно, поставить оживу и взрывну. Вот этим. Зеленый это реально рандом. Полный трэш. И здесь Иван есть. Что-то китайцы и у себя завели Ивана, и у нас. Ну, как видите, сработало неплохо. Но слился он довольно-таки. Ну, это живо, вроде неплохо на дальниках смотрится. Так, один есть. Ну, тут надо однозначно ставить. Видите, он взорвался. Хотя у нас живо вот сработало. Налегке затащим. Ну, давайте 100 самов на 3 попытки еще попробуем. Может, что-то интересное получится. Смотрю, многие ставят вот такие вот пачки. Они, в принципе, хороши по-своему. Вот видите, взорвались. Но у меня сразу же ожили с фулл хп, и мы их добили. Вроде неплохо. Смертельный плюс. Ну, хотя смертельный срабатывает очень редко с руки. Ну, вроде неплохо. Ну, а так как добивочка, в принципе, тоже правильно они ставят.
На второго героя первый получается. Ну, посмотрим. Так, тут у нас с Ремкой прям сразу. А мы бежим, видите, она срабатывает, а мы бежим на ледяху все-таки. Она быстрее добегает. Ну, в принципе, разобрали без проблем. Еще раз, ярость этот. Ну, видите, неплохо смотрится и так. Может будет такой состав тащить. Посмотрим. Так, ну срабатывает. Вот сработало неплохо. А вот тут нас, наверное, сольют. Хотя вообще супер. Ну, затащили. Сколько мы там затащили? 5 получается. 5-6. Ну, неплохой состав у нас получился. Все. Ребята, обязательно пишем комменты, лайкаем. Делаем репостики. Все, что хотите, делайте. Лайков должно быть немерено. Все, всем пока.